Привет, и мы продолжаем проходить Dark Souls. Сейчас я отправлюсь в то место, которое раньше было закрыто. И нужно будет сражаться с боссом каким-нибудь. Я не знаю, насколько он силен. Может быть, он какой-нибудь дрищ. И просто занимает такое высокое положение благодаря своим связям. Не выпало ничего. Я надеюсь, он не сложный. Блять, вообще не вижу. Да ну фокусируйся. Воу. А в чем проблема-то? Почему? Как его убить так? Еще и легается. Да ну тебя. Я обиделся. Где мой посох? Во, другое дело. По морде у него лучший урон проходил. Просто лупи. Тысяча. Ну да. Это стоило того, чтобы с ним драться. Кабаний шлем. Хотя он больше не должен возрождаться. Вроде как. Еще один. Может, они и будут. Первый кабан не такой сильный был. Или чем я его гасил? Смотрю, что там дальше. Костер, который я не могу зажечь. Да ну фокусируйся на нем. Что не так? Может, его вот по морде бить? Я его убил, и можно будет зажечь костер. Как его убить? Кто-нибудь
Помогите. Я ему куда-то удачно тогда попал. У нас то с чем-то урон. А ты чего поднялся? Тебя разве кто-то звал? Он вообще может сюда пройти? Ну вот и хорошо. Да блин. Я виноват, что я его не пробиваю. Все честно. Все счастливы и довольны. Так. Можно подниматься или опускаться. Подниматься. Я уже думал, я их тоже не пробиваю. Это они просто считания скрываются. Но они все равно вроде как сильные слишком. Их много. Так, значит, поднимаюсь, забираю и сваливаю. Он там вообще спускается, нет? План перехват. Хоть их и немного, но все же. Хотите со мной? Мы идем. Я же не против.
Да, это слишком крутое для меня место. Это можно было понять с самого начала. Так, куда мне там надо-то? Храм огня. Идем мочить призраков. Им не жить. Бежим сразу напрямик туда. Чего они так убиваются-то? Я не знаю, сколько действует это проклятие. Все. Так себе вы. Я ожидал большего. Это всего лишь факел. Ладно. Думаю, я легко пройду эту локацию. Я не знаю, есть здесь боссы или нету. Если даже есть, это не страшно. Я их толку не убиваю тут. И не защищаюсь. О, хорошо. Наверняка мне нужно было сюда раньше идти. О. Пусть будет босс, которого я легко могу убить, чтобы хоть немного поднять свою самооценку. Нет, надо было туда сходить. Я тебя вижу. Сколько за них дают? 200. Зачем кричать-то так? Все, теперь мне этих рук должно хватить до самого конца. Нет, обычный туман. Так-то вы не попали. А, ты один. Тебе стоило больше тренироваться.
Так же, как и вам. Да, ручонки-то вы свои тянете. Длинные такие. Ну прекрати. Я даже глотну из фляги. Предмет. Я еще проклят или нет? Вроде как да. Нужно сходить сначала туда. Так прыгать, если только ладно. Сначала лучше здесь осмотрюсь. Выпало что-нибудь? Так. Кто ты такой? Или ты друг? У меня такой же костюм здесь. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, if you can find him. Ладно. Ключ нам дал. Просто спрыгни, ну почему? Ладно. Чего вы прикопались-то? А, я уже не проклят. Ну бей, да ты... Чё упал-то? Ну вообще... А это если вниз идти, да? Да. Ладно, я сначала туда схожу. Зеленый титанит.
Или все-таки стоило там сначала побегать? Надеюсь, эта дорога ведет в тупик. Кольцо. Что за кольцо? Повышает сопротивление проклятия. Бесполезное кольцо. Не, наверняка оно полезное, но сейчас оно мне не нужно. Может, сначала туда сходить. Потом туда спрыгну. Человечность. У меня нет проблем с человечностью. Надеюсь, эта крыша не обвалится. У меня такое вроде есть. Или нет? Да. А хотя редкая. Кольцо ломается, то же самое. А, это еще и проклятие снимается. Как спуститься? Ладно. Нет, я лучше там пройду, а то упаду сейчас. И потом придется бежать не знаю сколько от того костра. Я же новый здесь не находил костер. Что его сначала вниз сходить. Вызвать лифт. Не поддается. Так, нет, сначала я тогда наверх схожу. А хотя могу ли я вообще открыть эту дверь? Это то кольцо, которое он... Кольцо, блин, ключ, который он дал. Блин, этот лук круче, чем мой. А я свой качал уже. А мне не хватает ловкости. Да? Не хватает. А, хватает. Так, тут больше ничего. Ладно. Идем тогда разбираться.
вся вода уйдет. Замечательно. А, теперь можно и лифт вызвать. Действительно такой каплюшечный. Трупы. Много трупов. Очень много трупов. И драконы. Это привело в ущелье драконов. Воу, ты кто, парень? Что защита такое у меня? Кто-то там тяжелый. Дракон. Кто тебя звал? Да отвали ты. Костер есть? Один. Какой-нибудь. Воу. Они сильные, ребята. Туман. Вот что я люблю. Может, тут где-нибудь есть костер, я его не вижу. Может, стоит попробовать подраться, хотя если там босс. Дальше. Мне нужны фляги. Нет. Бежит. Только почему потом фокусироваться перестает? Кто меня там ударил? Ты кто? Какой-то он не очень поворотливый. Сколько за него дают? 500? 5000? Я почти угадал. О! Я успел вас полюбить. Нужен костер.
здесь нигде нету. Воу. Чего это мы тут бегаем? Да, мне нужен костюм. Срочно. Ну, один жалкий костер. Ладно, будем надеяться, он есть здесь. Тянуть рычаг. Приведи меня к костру. Где я? Я вот так вот прибежал, да? Так, оп. Я потерял свой лифт, где он? Вот он. Тут всегда был этот рычаг. Хотя там, наверное, вода была. Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Пока.